Друзья, всем привет, на связи Дунюшин Александр и программа «Крупная рыба». Сегодня у меня в гостях предприниматель и основатель компании по аренде свадебных машин «Five Cars». Зовут его Алексей Петлёванный. Лёш, привет. Привет, Саш. И у меня первый вопрос. Ты с детства увлекаешься автомобилями. Я как посмотрел твои соцсети, сразу же понял, почему ты занимаешься именно тем, чем ты занимаешься. И вопрос такой, откуда такая страсть к автомобилям и почему вот начал заниматься именно арендой машин, именно на свадьбу точнее? Вот скажи, пожалуйста. Ну, начнем с того, наверное, в 6 лет я мог маме абсолютно назвать все марки машин. Вот, у меня у отца была первая машина BMW, и я ходил и назвал, о, бэмбуха, бэмбуха. Вот, я как-то не знаю, видимо, может быть, отец это смог зародить, потому что у отца тоже было много разных автомобилей, он постоянно их менял, что-то с ними делал, как бы, видимо, на подсознание у меня это отложилось. Вот, а именно свадьбами начал заниматься элементарно просто, я в 13 году был на свадьбе у сестры, вот, как бы, даже об этом не думая, просто так, за нами приехал Мерседес, за невестой же, женихом, и микроавтобус для гостей. Я все такой, о, Мерс, где взяла? Она говорит, так просто, говорит, в аренду. Я говорю, как это? Она говорит, просто, говорит, в интернете тык-тык-тык, говорит, аренда на свадьбу автомобиля. И я себе это как бы вспомнил про это и отложил. Думаю, почему бы нет, как бы, как вариант. Вот. Так получилось, что в 2016 году у меня был уже действующий бизнес, у меня была своя личная BMW пятерка. Вот. И действующий бизнес я автоматизировал, у нас там работает управляющий, как бы особой операционкой я не был занят. Было свободное время, и тут я его вспомнил. Думаю, свадьбы, машины, точно, у меня же есть белая BMW. Ни с того ни с сего я решил попробовать. Вот. Я создал лендинг, создал группу ВКонтакте и везде активно рекламировал свою белую BMW. Вот. Соответственно, я не садил туда водителя, я специально сам одевал костюмчик, рубашечку, сам специально ездил, все это изучал, смотрел, как это, что это. Просто того, что вот я люблю машины. То есть у меня была машина, я думаю, что мне сделать. Как бы вот вспомнил про эту идею, начал кататься, смотреть, общаться с молодоженами, кто какие машины берет, кому что нравится, не нравится, какие предпочтения, там, почему они выбрали меня, допустим, в качестве там, переводчика своего, ну и так далее. Здорово. Просто как-то вспомнил про эту идею. То есть, да, идея была давно в голове. Изначально, конечно, у меня была идея купить просто микроавтобус, так. Но микроавтобус у меня душа, честно, не лежит, потому что туда нужно садить мужчину-водителя, соответственно, сам на автобусе я бы не очень хотел ездить, а так вот с легковой потихонечку я начал. Это было вот начало 2016 года. Прекрасно. А как начал заниматься, точнее, подавать рекламу? Где? Я создал, в то время у меня уже, да, был какой-то опыт в рекламе, я сделал лендинг, соответственно, я сделал группу ВКонтакте, вот, и потихонечку там начал, сделал хорошее фото, сделал хорошее видео, описание о том, что я, да, частник, работаю сам на себя, вежливый, адекватный, то есть я клиентам сразу же давал сервис, я давал им упаковку, я открывал им двери, помогал им с вещами, то есть как бы делал больше, чем делают другие люди, как бы сам даже этого не понимая, то есть я просто думал, вот как бы я хотел, как бы относились ко мне. Соответственно, как бы и просто давал этот сервис людям, и они его ценили. Писали отзывы хорошие мне, соответственно, негативных отзывов у меня вообще в принципе не было. Друзья, кстати, очень сильно давно вообще смеялись, говорили, зачем тебе это, у тебя такая тачка, за 2 миллиона как бы ты ее купил, и тут там по 800 рублей в час ты катаешься, да нафиг тебе это, эти копейки. Я знал, зачем я это делал, то есть я просто изучал, смотрел, что как, что здесь можно заработать в этом направлении вообще, как бы что это и с чем это едят. Как бы даже в субботу, в воскресенье по утрам вставал, садился за руль, как бы сам катал, сам смотрел это все. И просто потихонечку себе записывал, то есть какие машины в ЗАГСе, допустим, стоят, на какие машины есть спрос, то есть для расширения потом автопарка. Вот, как вообще ребята на что обращают внимание, ну и так далее. Просто все анализировал, записывал себе, готовился. Слушай, ты говоришь, что ты готовился, да? А ты тогда чем занимался? Тогда у меня была сеть кальянных, вот, соответственно, они у меня с партнером на двоих, доля 50 на 50 у нас, как бы, а именно свадебное агентство, у меня моя доля 100%. Вот, соответственно, у нас были кальяны, то есть у меня был стабильный хороший доход, вот, и мы вывели все на управляющего, то есть как бы было свободное время, то есть я там появлялся раз-два раза в неделю. Просто приходил, проверял, как там все происходит и так далее. То есть было свободное время, я думаю, нужно чем-то еще заниматься, нужно как-то еще развиваться. И тут как бы у меня на телефоне вообще в заметках есть список так называемых идей, моих бизнес-идей, то есть вообще чем можно было бы заняться, как себя реализовать. И тут вспоминаю машины, я знаю, как я безумно люблю свои машины, я их вылизываю, простите, то есть натираю, все они блестят, красивенькие, аккуратненькие, как бы я думаю, надо попробовать. Вот так начало. Здорово. Да. Смотри, вот вообще я не изучал, конечно, вот рынок именно аренды свадебных машин, но в целом
свадебная тематика, она довольно актуальна. Угу. То есть это там эти банкетные залы, фотографы, платья, ведущие. Фотографы, ведущие, музыканты и так далее. Да, то есть и когда к свадьбе готовится, это просто там какой-то кошмар творится, да. У молодожен. Хаос, невесты волнуются, истерики вообще, чего я только не видел, да. Да, вот скажи мне, пожалуйста, вот в твоей именно, в твоем деле, да, в твоей нише, там, сколько у тебя конкурентов, да, и чем вот именно ты отличаешься от конкурентов, какие у тебя конкурентные преимущества? Вот, классный очень вопрос. Я специально прописал свое уникальное торговое предложение. Так. Я всегда стабильно мониторю своих конкурентов, раз в неделю, раз в месяц делаю прозвон по ним. Первое, я оцениваю так, как менеджер общается, соответственно, с клиентом, то есть контакт первый как совершен. Второе, я обращаю внимание на отзывы и стараюсь работать так, чтобы у нас негативных отзывов не было. У нас был там один негативный отзыв, что в дождь машина приехала мокрая. Но там девушка была просто беременная, потом жених позвонил, сказал, извините, пожалуйста, не обращайте внимания, как бы, то есть надо. Так, то есть у меня в договоре четко указано, то есть, во-первых, договор у меня, соответственно, от моей компании, то есть не просто от физлица. Я специально беру предоплату маленькую часть и оставшуюся сумму всегда в день поездки. То есть очень много обмана на этом рынке, когда, допустим, компании другие берут предоплату 100%, и потом, допустим, машина ломается, они присылают машину либо черную вообще, что на свадьбах не очень приемлемо, либо другую машину. Клиент уже оплатил, и он уже вряд ли в день свадьбы будет разбираться, либо потом суды и так далее. Я всегда специально беру предоплату маленькую часть, и клиентам обещаю, что машина к вам приехала, вы посмотрели, что все окей, никто вас не обманул, что все в порядке, рассчитались и далее уже поехали. В договоре мне всегда указано, что не дай бог в случае ЧП какого-то с автомобилем, к сожалению, автомобиль — это техническое устройство, которое, ну, как бы мы ни следили за ним, они могут все равно сломаться. Либо была у нас ситуация в прошлом году, когда вот на Садовой улице Ягуар у нас катал свадьбу, и автобусник просто его задел, оставил царапину. Завтра машина должна поехать на заказ, я клиенту делаю фото и говорю, ребят, вот так и так, небольшая царапина. Либо делаем большой дисконт на данный автомобиль, либо меняем. Молодожены подумают, а что, какие варианты есть? Я говорю, есть там Мерседес, есть там Бенг, давайте вот Мерседес там. И я все равно другой автомобиль заменил, сделал дисконт, и молодожены остались счастливы. Для меня очень большая проблема, я не хочу никого расстраивать, соответственно, никому портить праздник, как бы, чтобы у всех было все хорошо. Вот, как бы, вот. А из преимуществ, наверное, вот у нас водители, допустим. Водители у нас строго все в костюмчиках, в деловых. Водители всегда вежливые. Допустим, пожелания клиента всегда закон, допустим. Мы спрашиваем про температуру воздуха, мы спрашиваем про предпочтение по музыке, то есть с вещами помогаем, с зонтиком у нас водитель выходит и так далее. То есть мы наладили сервис в этом направлении. Но единственная проблема еще какая есть, допустим, вот именно аренда машины на свадьбу, это обычно чуть ли не последний этап. То есть сначала мы должны берут ведущего, фотографа, банкетный зал. Соответственно, у них есть какой-то определенный бюджет, и когда уже остается у них просто взять автомобиль и добраться, они очень сильно его уже урезают. Они просто открывают интернет, прозванивают всех и находят самое дешевое предложение. Многие называют его лучшим, но я считаю, лучшее предложение – это соотношение цена-качество. Когда за равные деньги ты берешь адекватное качество. У меня, вот, допустим, 2 дня назад был клиент. Он нашел автомобиль на 100 рублей в час дешевле, чем у нас. Я говорю, скажите, пожалуйста, у кого вы его нашли? Говорит, так и так. Я говорю, вы читали отзывы данной компании? Есть много независимых порталов, свадебных форумов, где люди пишут отзывы, и их там никак не удалить, как бы компания ни старалась. Я говорю, просто вам намек. Я говорю, зайдите на такой-то форум и почитайте. Я говорю, вы экономите 100 рублей в час, суммарно за 5 часов выйдет 500 рублей. Я говорю, но у нас гарантия нормального автомобиля, гарантия адекватного водителя, у вас договор все будет прописано и так далее. Человек присел такой, буквально секунду, говорит, куда скинуть предоплату? И вот как-то так, то есть вот такие у нас вот преимущества, такие вот у нас отличия. А сколько вообще вот примерно конкурентный рынок? Ну, компаний. Сильных компаний, я считаю, около 5. То есть вообще компаний очень много, но здесь очень много именно старичков этого бизнеса, так называемых, которые не хотят особо развиваться, которые считают, что они правы, что у них все окей, что ничего делать не нужно. Считают меня молодым предпринимателем, как они называют, что я тут меняю им рынок, я тут все порчу, потому что у них, вот, допустим, у многих компаний есть понятие переката. Допустим, вот молодоженок машина была заказана до часу. Только час 0,1, сразу ждет повышенный коэффициент, двойной тариф. Главное, извините, выжать все соки с людей, потому что свадьба, вот чем мне этот бизнес не нравится. То есть человек женился и все, он больше ко мне не вернется. Он знает, что у меня все классно, хорошая машина, хороший сервис, но остается надеяться только на рекомендацию друзей, то есть на сарафанное радио. Вот это мне, вот только это мне не нравится в этом направлении. А у конкурентов, то есть там сразу же перекаты, двойные тарифы. Они говорят, зачем ты так сделал? То есть я спокойно говорю, то есть если вам нужен перекат, да, согласно тарифу, вы спокойно можете машину продлить. Если автомобиль, конечно, дальше не занят, то есть другими клиентами. Потому что высокий сезон, бывает такое, что машина откатала, через полчаса, через час она готовится и едет на следующий заказ. Это бывает крайне редко, но иногда случается. Вот.
А сколько стоит в среднем заказать машину? Смотря какого класса автомобиль, если брать, допустим, есть эконом-класс, но это мало кому интересно, у нас за все время ни одного раза это там Kia Rio Solaris, простите, белого цвета. Uh-huh. Вот, если брать бизнес-класс, то в среднем от 1000 до 1200 рублей в час. Uh-huh. Премиалки уже идут от полутора, то есть премиалки это уже лонговые автомобили, там Ягуары, Мерседесы 222, там 221 и так далее. Вот, джипы есть разные, там за полторы, за две, то есть смотря от того, какого года выпуска автомобиль, какое состояние у него, соответственно, последний такой за предыдущий, поместимость его и по классу, то есть бизнес, премиум и так далее. Uh-huh. Вот мы не занимаемся лимузинами, только чисто вот седаны, потому что лимузины не всегда не везде проедут, соответственно, часто ломаются. То есть я не хочу портить настроение клиентам, чтобы, допустим, машина сломалась, нужно менять, что-то делать, придумывать, как бы на легковые автомобили, как бы я больше полагаюсь. Вот как раз затронул, да, по поводу там ломалось и так далее. Вот свадьба, да, такое ответственное мероприятие. То есть если вдруг что-то идет не по плану, то там это может привести там просто к катастрофическим каким-то ситуациям, да? А были ли у тебя какие-то вот курьезные случаи или там какие-то там недовольные клиенты и как решали эти моменты? Я считаю, что недовольные клиенты бывают всегда и у всех, соответственно. То есть, как бы, те, кто говорит, что недовольных клиентов не бывает, это просто ложь, потому что не бывает такого. Как бы ты ни работал, как бы максимально ты ни старался, как бы, не бывает такого. У меня буквально два дня назад на YouTube вышел краски видеоролик, я рассказал, какие ЧП бывают при аренде автомобиля на свадьбу. Вот, если вкратце, допустим, у нас была конкретная ситуация. У нас клиента была заказана BMW, BMW стоила там 1200 рублей в час в субботу. BMW пятерка, это бизнес-класс вообще. Так получилось, что BMW у нас коробка сломалась, она неделю была в сервисе. И мы вот все ждали, сделать ее не сделают. Как только мы понимаем, что ее все-таки не могут сделать, за день до свадьбы мы звоним клиенту, делаем фото-видеочерни, что вот до какого-то клиента, на какую-то дату, вот данный автомобиль, к сожалению, сломан. И у нас BMW, к сожалению, именно такой, у нас договор указан, либо автомобиль такой же меняется, либо на автомобиль классом выше, но только согласовав с клиентом. То есть мало ли ему категорически BMW не нравится, или он не любит эту марку, то есть он хочет только вот конкретную машину. То есть мы сделаем ему фото-видеоотчет, позвонили, мы сказали, давайте мы поменяем на 222 Mercedes, это премиум-класс, он в два раза дороже. Клиент сказал, конечно, ух ты, вау, я только рад, клиент там хлопал в ладоши, радовался как ребенок, что он поедет на автомобиле в два раза лучше, потому что лонговый Mercedes, он длиннее намного, он комфортно, панорамная крыша, массажи, мониторы. И вот так мы вышли из ситуации. Была ситуация вот как раз с девушкой, да, когда автомобиль вот в такую погоду, как сейчас, приехал мокрый. То есть у нас есть своя корпоративная мойка, то есть в летнюю погоду машинка помылась и едет к клиенту. Но в такую погоду всегда водитель заранее планирует маршрут и находит мойку возле клиента. То есть чтобы машинку помыть, клиент вышел, машинка была чистая. А дальше уже в процессе как получается с погодой. Соответственно, мы также машинку ополоснули, но она была в капельках, потому что дождь был на улице. Невеста в истерике позвонила, начала биться, потом жених перезвонит, говорит, извините ее, она просто беременная, перенервничала там из-за платья и так далее. Все говорит, нормально, все окей. Вот такая была ситуация. Была ситуация очень классная, когда утром в воскресенье автомобиль был заказан к 7 утра. Был заказан он в Колпино, в пригород. Соответственно, водитель выехал, все окей, его останавливают сотрудники. Водитель в костюмчике. Он говорит, что, ты едешь на свадьбу? В общем, они ему не поверили. Начали полностью его досматривать. Все документы, автомобиль. У нас на каждой машине стоит маяк. То есть я четко вижу, где машина, с какой скоростью она двигалась, когда она завелась, когда она заглохла. То есть все тогда я записывается. В итоге водитель понимает, что он может опоздать, отзванивается клиент, говорит, вы знаете, вот такая вот ситуация, как бы, соответственно, меня задержали сотрудники, я могу вам опоздать, может быть, минуточек на 5. Он говорит, да, все окей, все хорошо. Вот, в итоге машина приезжает в 7.02, водитель отзванивается, говорит, все в порядке, все хорошо, жених с места вышли только спустя 15 минут, то есть в 7.15. Откатали, все хорошо, никаких замечаний, все окей, через неделю я нахожу отзыв в интернете, что вот, мы какие-то плохие, мы опоздали, да у нас, видимо, документов нет, вообще непонятная фирма, документов на машину нет, водитель опоздал, да может быть он сам там пил, они заставили выдохнуть и так далее. Я спокойно написал им официальный ответ, я приложил документы все на автомобиль, что автомобиль в собственности компании, что есть страховка, есть все документы, водитель в нее вписан, то есть выписал с маяка отслеживания, что машина приехала не в 7.15, а в 7.02. Да. Потом невеста, оказывается, разобралась, что контактным лицом по договору была мама невесты, то есть они говорят, мы будем решать вопрос, чтобы их не отвлекать. Да. Маме невесте отзвонились, все окей, а она забыла передать своей дочери, потому что они там бегали, собирались, одевались, и просто в итоге в 7.15 она такой про это вспомнила, что машина уже готова, что можно уже спускаться. А-а-а. То есть у них произошло недопонимание, обвинили в этом всем нас, то есть написали такой вот отзыв, я написал официальный ответ, потом она позвонила, говорит, Алексей, извините, я была не права, она сама все удалила, говорит, извините, я, говорит, не хотела. Я говорю, ну что же вот так, то есть. Бывают, конечно, ситуации, бывают, конечно, как бы, то есть, но мы стараемся всегда их решить так, чтобы клиент остался доволен, как бы, чтобы никому не испортить настроение, потому что, ну, я просто ставлю себя всегда на место клиента, вот как бы мне хотелось, чтобы со мной поступили, то есть. Я не люблю обманывать, то есть я работаю всегда со всеми честно. И всегда говорю, что вот наш принцип – это честная работа, поэтому предоплата небольшая, машина приехала, все окей, рассчитались и поехали.
Вот. Здорово. Как-то так вот мы. А были какие-то смешные случаи? Вот что там, знаешь, не курьезные, смешные случаи были, я еще помню, когда я сам свадьбы катал, допустим. Приехали, значит, мы катали армян, а армяне обычно любят пошумнее, повеселее. Так. Подъехали, значит, оставили машину для фотосессии, они пошли в дворец фоткаться. Вот, знак «Остановка, стоянка запрещена». Это получилось так, что я сам был за рулем BMW, и они собрали кортеж белых мерседесов. То есть жених с невестой любит BMW, BMW была во главе с нами, и сзади, и сзади три белых мерседеса. Да. Они все убежали в парк, мне ключи оставили, сказали: «Леха, перепакуй, если что, тачки, все окей, все ладно». Убежали, значит. В итоге подъезжает эвакуатор, начинает машину эвакуировать. А с нами еще был фотограф, машина фотографа. Они ключи от фотографа мне не оставили. Я им звонил: «Ребята, и так машину эвакуируют». Они приезжали, машину убрали, а фотограф остался фоткаться. В итоге машину фотограф начинает грузить. Армяне начинают там гречник вот так вот трясти. Говорят: «Да ты чего? Да мы тут сейчас позвоним, да мы тебя». В итоге всех армян в бобик погрузили. Приехал ОМОН. Всех армян увезли в отдел. В итоге прибегает фотограф. Машину увезли, армян нет. Там как бы много интересных историй. В итоге мы с молодоженами поехали уже к ресторану. Вот, они потом уже доехали до отдела. Видимо, там кто-то решили вопрос. И к моменту дворца уже все были на месте. Вот, и все уже подъехали. Сейчас так, наверное, не вспомню, но ситуаций много очень постоянно. А, еще одна ситуация веселая. Вот, опять же, я сам был за рулем, приехал за молодоженами на академическую, это вот как раз первые мои годы, когда я сам начинал. ЗАГС у них был на второй дворец на Фурштадской. Мы приехали к ЗАГСу, все окей, они говорят: «Паспорт, черт, где паспорт?» Они забыли паспорт, то есть, ну, а без паспорта, соответственно, что не писать. Мы невесту оставляем на скамеечке, и сам женихом с невестой так вот шашечками на BMW, там, аварийкой, всем извините, на академическую за паспортом. Забыли. Теперь с тех пор у нас есть инструкция водителя, то есть, как себя вести, как что-то всегда. То есть, как только молодожены садятся в автомобиль, у нас водитель должен спросить, все ли окей, ничего ли не забыли, можем ли мы начинать свой путь. То есть, я вот, соответственно, так вот сам катал, да, соответственно, все дописывал, доупаковывал, чтобы не было никаких эксцессов, никаких там недопониманий. Вот. Много ситуаций можно интересных, да, вспоминать, но как бы иначе мы с тобой затянемся тут надолго. Вот вопрос, да, какие вот все-таки моменты нужно учитывать при бронировании автомобиля, да? То есть есть какие-то рекомендации, как, там, за какое время, да? Вот ты говоришь, что там в самый последний момент, да, тянут обычно. Да. Но за какое время тогда нужно бронировать? Смотри, чем раньше брать, можно брать хоть даже на следующий год, на 20-й, на 21-й там, и так далее. Чем раньше просто молодожены берут автомобиль, тем больше вариантов у них есть выбора, соответственно, там, Jaguar, Mercedes, BMW, большой, маленький и так далее, и тем дешевле можно взять. То есть, чем раньше мы берем, соответственно, договор, тем дешевле можно его сделать. Чем позже это будет, соответственно, тем уже меньше вариантов остается, тем уже машины, может быть, будут не такие свежие, не такие желаемые и так далее. Вот. На что еще обратить внимание, обязательно, если, допустим, вы сравниваете с другими компаниями, чтобы обращали внимание на договор. То есть, что в нем указано, какие там условия. Мы в договоре, допустим, четко пишем марку машины, госномер машины. Если у клиента нет возможности приехать лично посмотреть машину, мы делаем ему видеообзор. Говорим, допустим, для жениха, допустим, Александра, на такую-то дату, вот данный автомобиль, номера полностью снимаем, салон, то есть, и отправляем такое вот видео. После этого просто электронно все оформляем, если нет возможности подъехать. То есть, на договор, чтобы обращали внимание, соответственно, бронировать можно как можно раньше. Вот, обязательно, если выбирают между разными компаниями, посмотреть на их портфолио. Вот, то есть работали ли они, потому что многие часто там накачают фото, говорят: «Да это вот я, это наша вот машина, мы вот работаем, все классно». Как бы обязательно почитать отзывы на независимых порталах, где их нельзя удалить, там всякие свадебные форумы, просто в Яндексе вбить, в Гугле, как бы, и проверить. Не просто в группах ВКонтакте, а везде как можно больше, то есть почитать, что компании пишут. Вот, потому что когда нас сравнивают с другими конкурентами, я всегда их сам мониторю, и я знаю, как другие ребята работают, то есть какие у них машины, то что, ну, это наш хлеб. Если мы будем знать наших конкурентов, то какие наши преимущества. Вот. Так. А как ты формируешь парк автомобилей? Откуда их берешь? Соответственно, у меня в собственности у самого два автомобиля. Все остальные автомобили у нас инвесторские. Вот. То есть мы постоянно общаемся с молодоженами, спрашиваем их потребности, что бы они хотели, что для них главное. Допустим, для тех, у кого главное, допустим, 7 человек, там жених, невеста, свидетели, конечно, им нужен джип семиместный. Вот. Те, допустим, кто просто вдвоем ездит, им нужно либо бизнес-класс, либо премиум-класс. То есть постоянно общаемся, спрашиваем какие-то тренды, кому что нравится. То есть, конечно, любят более популярные машины, допустим, там лонговые, там Mercedes, Jaguar, то есть что-то редкое, что если там Bentley заказывают, Porsche Panamera. Вот. То есть что-то более именно редкое, праздничное такое. Вот. Просто спрашиваю клиентов, что бы они хотели получить,
что им нравится, то есть, как бы, и анализируем, как бы, что больше всего стоит у ЗАГСов, то есть, на чем молодожены подъезжают, значит, что, наверное, им и нравится. Угу. Вот, так, то есть, просто постоянно анализируешь, постоянно, да? Анализируем, спрашиваем, да, смотрим, то есть, в рекламу разные автомобили выкладываем, соответственно, смотрим, как на них люди реагируют, звонят, не звонят, спрашивают, не спрашивают про них, допустим, вот мы там выкладывали Cayenne вообще никому не казался неинтересным, к сожалению, хотя вот мне он очень нравится, вот, угу. Опять же, моей любви к автомобилям, то есть, мне он нравится, как бы, а людям он не нравится, угу. Но вот люди его не спрашивают, Panamera, да. Вот. Ну, как-то так, то есть. Какие используешь на данный момент каналы рекламы, да, и какие лучше всего работают? Значит, у нас первый сайт, у нас два сайта вообще сейчас работают, mm-hmm. Правда, один уже старенький, потому что из-за того, что мы постоянно развиваемся, его меняем, то есть я добавил YouTube-канал, видеоролики, он начал подвисать, поэтому мы немножко его уже оставили, сейчас запустили новый сайт, у нас группа ВКонтакте, она хорошо продвинута, мы постоянно занимаемся SMM, пишем посты для молодоженов, как там подготовиться к свадьбе, как чего сделать. У нас активный Instagram, вот, у нас там и платная реклама, соответственно, и хэштеги, то есть посты, наполнение, вот, и мы везде максимально на свадебных форумах mm-hmm. рекламируемся, то есть даем там рекламу, информацию, отвечаем молодоженам на какие-то запросы, на их вопросы. Везде, где можно, то есть я бы сказал. Угу. Вот. Много идет, конечно, свадебных форумов, много людей именно с интернета. Вот. С Инстаграма больше, конечно, идет молодежь, то есть больше девочек все-таки. То есть они там сидят, ну, увидели, да. Написали, посмотрели, ух ты, вау, какая красивая картинка, что это за машинка, я хочу такую машинку. Ну, как-то так, то есть везде максимально стараемся. То есть, ну угу. Да, и в каждом договоре мы пишем, откуда клиент о нас узнал, то есть откуда он пришел, чтобы мы могли для себя разделить, то есть откуда все-таки больше клиентов, в какую рекламу вкладывать больше все-таки денег. Угу. Вот. Какие обороты сейчас компании у тебя, если не секрет? Не секрет абсолютно. То есть, к сожалению, поскольку это бизнес сезонный, то есть оборот сейчас 9 миллионов за 2018 год. Мы обслужили 756 свадеб, угу. Соответственно, суммарно. То есть у нас есть и автомобили наши, и автомобили угу. Также как агентские. Вот, то есть мы привлекаем частников, привлекаем другие компании. То есть если у нас все занято, то есть мы, соответственно, делимся заказом. Угу. Вот. Я считаю, что этот оборот небольшой. Конечно, он больше, чем был в 2017 году. Но в этом году у нас на подходе еще 3 автомобиля. Вот, соответственно, и оборотка, я думаю, что в разы должна вырасти, как минимум. Uh-huh. Вот, во-первых, мы по маркетингу немножко усилили свои позиции. Uh-huh. Как бы автомобили у нас на подходе. Сейчас, как раз, готовимся к началу 2019 года, началу 2019 сезона, точнее, к летнему сезону. Как бы запустим новые автомобили, запустим новое направление. Вот, я думаю, что все будет нормально. Здорово. Давай немножко о тебе. Какое обучение вообще проходил и как оно повлияло на тебя, на твой бизнес? Если uh-huh. проходил, конечно. Я постоянно нахожу в интернете много разных всяких тренингов, читаю много постоянно всяких разных книг. Как бы, то есть раньше у меня был такой один определенный момент. Я думал, что я все знаю, я mm-hmm. самый умный, самый классный, все хорошо, у меня как бы ничего не нужно. Все эти тренинги – это полная чушь, там ничего интересного. Как бы, но в этот момент, это было где-то, наверное, годик, так я застоялся и перестал развиваться. То есть меня все устраивало, как бы, в зоне комфорта я находился. Вот. Потом какой-то один прекрасный момент, я начал немножко менять свой круг общения, посмотрел, там человек зарабатывает, извините, 300, там 500, там миллион. Я думаю, а чем я хуже? Так, видимо, я все-таки не очень крутой. Я начал больше общаться с другими людьми, и другие люди начали меня больше мотивировать, как бы, mm-hmm. то есть что-то полезное у них узнавать. Я постоянно хожу на всякие разные тренинги, читаю разные книги. Как бы, даже если я считаю, ты пройдешь час, два, три тренинга и найдешь хоть одно полезное предложение, что для себя сможешь вынести, это уже огромный плюс. Mm-hmm. Конечно, очень много одной и той же информации, повторяющейся. Но все равно, если не ходить, не развиваться, как бы, то будешь стоять на месте. Потому что всегда на рынок выходят новые конкуренты, которые заряжены максимально, которые готовы рвать и метать, и тебя рано или поздно обойдут, если ты не будешь держать руку на пульсе. Поэтому вот раз в неделю, раз в 2 недели мы проводим анализ наших конкурентов, смотрим, кто что придумал, кто что сделал, и стараемся всех потихонечку mm-hmm. быть лучше, быть качественнее. Что стало в твоей жизни таким поворотным моментом? Вот прям, это может быть mm-hmm. там не там в бизнесе, а вообще вот в жизни. Было несколько моментов. Первый момент, это у меня огромная, опять же, тяга к автомобилям, стремление к автомобилям. У меня отца был успешный бизнес, все, в принципе, всем было хорошо. Я ему сказал, сынок, я вижу, ты хорошо учишься, вот молодец, хорошо заканчивай учебу, в конце пирогуса я куплю тебе автомобиль. Mm-hmm. Вот. Но получилось так, что вот это был, как раз, 8-9 год, с бизнесом тогда кризис, у отца стало все очень плохо, у меня у отца была новая иномарка, салон, он ее продал, пересел на русскую «Ладу», в общем, в семье стало не все так хорошо. Я понял, что приходится надеяться только на себя, начал рвать и метать, поступил сам на бюджет, и в конце первого курса, как бы, то есть папа мне обещал автомобиль, то есть я хорошо отучился, у меня была всего лишь одна троечка, и то по экономике,
Таможенная академия меня, наверное, вспомнит, если кто-то сейчас увидит. Там жесткий был преподаватель, единственная троечка была. Значит, в конце первого курса отец говорит: сынок, я помню свое обещание, но, к сожалению, ты видишь, ситуация такая, то есть я не могу тебе позволить. И тут я понял, что все, приплыли, нужно рвать и метать. И я на первом курсе уже потихонечку подрабатывал, я начинал вообще с раздачи листовок, чем только не занимался. Меня обманывали, газеты раздавал, не выплачивали. То есть я много уже в жизни повидал такое. И со второго курса я понял, что нужно что-то принимать жесткие меры. То есть я начал заниматься, я жил в общежитии, купи-продай телефон, ноутбуки, вещи, чем я только не занимался, шмотки, вообще все подряд. Я даже продавал женские туфли, чувствовал себя Геной Букиным, когда у меня была группа ВКонтакте, я потихонечку изучал рекламу, соответственно, у меня была группа ВКонтакте. Тогда еще ВКонтакте был раздел бесплатных объявлений. Ко мне приезжали девочки, я садил их на стульчик, туфельки им приносил, туда-сюда продавал, все с Китая все заказывал. Потихонечку, помаленечку начинал зарабатывать свои первые деньги. И в конце, получается, второго курса я уже сам купил себе автомобиль, как бы он стоил, правда, 320 тысяч. Но за год я их заработал, этим очень сильно гордился. Здорово. Отец... Что за автомобиль был? Это был Ford Focus. У меня, конечно, было огромное желание. То есть я любитель очень белых автомобилей. Я хотел белую русскую 14-ю. Я патриот нашей страны, думаю, все мужская. Но, конечно, русский автопром оставляет желать лучшего. Я понял, что лучше все-таки бэушный поддержанный Ford Focus, чем новая 14-я. Отец у меня, получается, живет в другом городе. Он приезжал ко мне в гости, говорит: сынок, молодец, пожал мне руку. И в то время у него также были сложности с работой. Он достал из кармана стопку долларов. Он говорит: это у меня, говорит, была когда-то заначка, и отдал мне их. Говорит: вот, говорит, поменяй себе, это, говорит, все, что я могу тебе помочь на автомобиль. Я помню, что я их поменял на рубли, это было 28 тысяч рублей. Вот, то есть вот это вот как мне помог отец, как бы. Он помог как мог, как бы, на него никаких обид нет, как бы, потому что он старался, как бы, он не виноват в этом, как бы, он сам пересел с более дорогого автомобиля на попроще, как бы, но благо сейчас мы уже выкрупились, то есть совместно вместе. Я немножко помог родителям, как бы, они мне помогали воспитанием, как бы, то есть сейчас ситуация лучше в семье. Вот, прекрасно. Заработка отца. Ты упомянул немножко про обучение и книги. А какая вот, на твой взгляд, такая книга, которую ты мог бы порекомендовать прочитать? Ты знаешь, хороший вопрос. Все спрашивают про фильмы, про книги. Я когда читаю, запоминаю, что для себя интересное, и не запоминаю особо ни автора, ни названия книги. То есть для меня больше именно я ставлю себя на место клиента, как бы, и так вот начинаю действовать. То есть что-то ключевое, что-то что перевернуло мой мир, такого не было. То есть у меня был что меня перевернуло, это первое, то, что мне отец обещал автомобиль, то есть моя цель была автомобиль, у меня его не стало, то есть я понял, что нужно работать. И второй момент, когда я уже в Питере здесь жил, у меня был приятель, с которым мы пришли в кафе, он открывает кошелек, у него там кошелек битком, простите, денег, а у меня 200 рублей, я думаю, чем я хуже? И я начал по-другому немножко думать, мыслить, а где мне взять денег, как мне заработать, то есть я пошел работать в магазин, как бы, но понял, что там, как бы, по времени я зарабатываю очень мало. Нужно как-то быстрее что-то предпринимать. И вот начал заниматься купи, продай, туда-сюда, чтобы быстрее деньги оборачивать, быстрее зарабатывать. То есть меня просто меняли люди, меняли какие-то мнения. То есть какие-то книжки, фильмы особо они меня не перевернули. То есть я смотрел, записывал для себя какие-то полезные сайты, и все. То есть не сильно обращал на них внимания. Поэтому что-то конкретное посоветовать. Даже тот же «Богатый папа, бедный папа», я прочитал, честно, половинку, понял ее смысл, в принципе, закрыл и дальше не читал. Как-то книги, не особо. Сейчас я читаю намного больше, книг, чем читал раньше. То есть, когда я только начинал, я думал, что это книги, все это фигня. Сейчас мнение, конечно, изменилось. Если бы тебе нужно было заработать 1 000 000 рублей быстро, каким-то необычным для себя способом, что бы ты предпринял? Довольно-таки интересный вопрос. Можно, конечно, продать один из автомобилей и сразу же, но это не заработать. Это просто продать, это не заработать. Если именно заработать, да. Я бы, наверное, вложил бы их в недвижимость. Так. И перепродал бы. Есть сейчас быстродоходная недвижимость, которую можно, мне кажется, отвернуть быстро денежку. Либо раздал бы эти деньги начинающим предпринимателям, соответственно, под процент или под долю. А если у тебя вообще не было бы денег? Если вообще не было денег. Чем бы ты занялся, если бы не занимался тем, чем занимаешься сейчас, да? И что бы могло тебе принести 1 000 000 рублей быстро, самый быстрый вариант, на твой взгляд? 1 000 000 рублей – это хорошая сумма. Если, мне кажется, заработать именно 1 000 000, то нужен какой-то стартовый все-таки капитал, мне кажется. 1 000 000 так просто, мне кажется, не заработает, допустим. Если 100-200 тысяч, то можно месяц заработать, Можно было бы взять, наверное, товары на реализацию, так называемый дропшиппинг, попытаться их продать. Но вопрос, какой-то товар, выбрать такой товар, чтобы он был высокомаржинальным, чтобы заработать данную сумму. Но 1 000 000, мне кажется, это сложно все-таки. То есть я бы поставил себе планку пониже. Понятно.
по дропшиппингу, ничего не имея, взять, уговорить, продать и деньги вернуть поставщику. Наверное, вот так бы я начал. Понял. Сам женат? Пока нет. Какие планы на будущее? Где видишь себя через год? Себя через год вижу, я выстрою компанию до X2, X3, соответственно. Вот. Если оно, у меня есть такая проблема, когда я начинаю чем-то заниматься, когда я достигаю высот, мне начинает это быстро надоедать. И здесь есть два пути решения. То есть я разовью до того уровня, который мне будет устраивать. Если мне это будет начинать надоедать, я либо его продам как готовый бизнес, вот, либо оставлю себе на пассив. То есть возьму управляющего, соответственно, и буду контролировать это все. Даже сейчас, допустим, у меня вот есть менеджеры, я все время тренинга бывает сам люблю с клиентом пообщаться, встретиться с ними, там, автомобиль показать, я получаю от этого удовольствие. Поэтому на данный момент мне это очень нравится, как бы я это не хочу забрасывать, то есть как бы продавать, но либо в будущем продать, если все-таки это надоест, вот, либо дальше расти, если будет какой-то предел. Хотя единственное, что меня смущает, что если, допустим, молодожен не будет жениться, не будет свадеб, то что тогда я буду делать? Вот так вот. Как считаешь, вот окружение, которое вообще нас окружает, да, ну тебя в том числе, как оно влияет на нас изнутри и вообще на наши доходы, на нашу жизнь и так далее? Оно очень сильно влияет, потому что каждый раз общаясь с кем-то из ребят, я, допустим, извлекаю что-то полезное. Вот. Если ты общаешься с ребятами, которые зарабатывают меньше, чем ты, то есть у них немножко другое мышление, их обычно все устраивает, как бы они ничего делать не хотят. Как бы. То есть я постоянно расширяю свое общение, где с кем-то что-то знакомлю, что-то полезное узнаю, даже в плане развития и бизнеса, и как личности. То есть просто, допустим, даже вот мне ребята постоянно говорят, зачем ты делаешь уборку дома сам, тратишь кучу на это время, когда за 1000 рублей может уборщица убрать, ты за это время заработаешь больше, либо просто даже отдохнешь и восстановишься. То есть много полезной информации все-таки от друзей можно черпануть. То есть главное постоянно расширять свой круг общения, общаться, находить такие знакомства. Вот. Занимаешься ли благотворительностью? Да, занимаюсь, но немного. То есть недавно начал этим заниматься, то есть как бы не особо-то раньше понимал, поддерживал, но занимаюсь только в том случае, если четко уверен, куда уйдут деньги. То есть если это не мошенники, если деньги не уйдут кому-то просто в карман. Вот. Здорово. А какие фонды сейчас поддерживаешь? Я фонды, честно, не скажу, то есть не знаю, просто я знаю, что, допустим, есть у друзей была девочка больная, то есть просто помог, то есть деньгами. Такая адресная, да? Адресная, да, допустим. Я сам байкер, то есть у меня есть мотоцикл, вот я знаю, что человек, который конкретно я знал, допустим, он там упал, ногу сломал, то есть мы там ему помогли и так далее. То есть вот именно, наверное, больше личные, допустим, фондов никаких там не знаю, вот, а именно вот, наверное, личная помощь тем, кто нуждается. Ты байкер, да? Да, допустим, вещи, вот недавно я делал дома генуборку, то есть вещи я отвез в контейнер, спасибо, отдал, допустим. Сейчас, кстати, нашел дома, я когда занимался целую коробку часов, я когда занимался продажей часов, соответственно, занимался продажей детских игрушек, я нашел дома целую коробку детских игрушек и целую коробку детских часов. Вот сейчас вопрос, куда их тоже деть, либо в контейнер спасибо можно отдать, либо можно куда просто детский дом отвезти. Вот, потому что я бы мог их на Авито, конечно, распродать за себестоимость, либо дешевле, как бы, но меня это уже не питает. То есть, когда я сделаю добро, как бы, мне будет эмоционально лучше, то есть, как бы, приятнее будет кому-то помочь, чем просто заработать себе денег. Как бы, у меня уже достаточно неплохой свой уровень дохода, как бы, мне этого достаточно будет, я думаю. Понятно. Вот. Вопрос такой, не было ли заказов на свадьбу мотоциклов? Нет, кстати. Ты сказал, что ты байкер, я думаю, блин, интересно, может ли быть такое? Обычно байкеры, вот, допустим, я вожу мотоцикл, то есть они между собой очень дружны, то есть они все между собой общаются, все друга знают. И была краткая ситуация, когда я уже свадьбу не возил, сам просто рядышком проезжал мимо Петроградского ЗАГСа и видел просто жених с ней на байке, и за ними 30 байкеров. Я потом с ними пообщался, они просто с форума байкеров, да, собрали своих друзей, как бы построили такой себе кортеж. Но это, конечно, очень рискованно, с учетом нашей погоды, то есть как бы им повезло, что не было дождика. Да, как бы, но прикольно чем выглядело, конечно. Вот и на байках, да. Дай 3 совета нашим слушателям на любую абсолютно тему, можно даже в камеру. Общайтесь как можно с большим количеством людей, пытайтесь от себя что-то полезное. Значит, читайте, развивайтесь, обязательно посещайте всякие тренинги, читайте книги, максимально ищите везде зацепку. 3. Будьте добрым, честным и открытым. Спасибо большое, Леша, что пришел. Спасибо тебе за интервью. Я желаю тебе успехов во всем. Друзья, это была программа «Крупная рыба». Меня зовут Александр Дунюшин. И до новых встреч. Всем спасибо. Пока.